Доброе утро. У меня сегодня день рождения, и у нас дождь прям сильный. Я, может, первый раз посмотрела вообще прогноз погоды, и целый день будет дождь. И, конечно же, что я делаю? Я ищу в этом плюсы. Сейчас немножко он разошелся. Вот, во всем искать плюсы и во всем видеть вот это вот плюсы, позитив, и что вот Вселенная, она так вот захотела. Так что вот, что важно в день рождения, вот поделюсь, да, как мне кажется, это составить план, то есть взять какой-то листочек и составить план, чем я сейчас планирую заниматься. Я наготовила себе много подарков. Днём рождения тебя! Вот, наготовила подарки. В общем, как-то так.